Мої хороші, мої любимі, в общем, такий в мене сьогодні костюм. Я пою ганца в Аїді. В общем, така юбка. Ну, це так треба, в общем, так носили. Там колготки, в общем. Ось такий пояс. Телепається. Вот. Живот уже як у свині. Мене питають відео, там, де я похудею. Мене спрашують відео про похудення. Є у мене там два відео, називається... Как похудеть, экстренный выпуск, один и второй, там, в общем, два выпуска, ну, там надо слушать, там я болтаю, но там дело в том, что надо не слазить с весов. Поел, поспал, на весы, в туалет, на весы, и вот заметить, что когда ты ложишься спать и просыпаешься, что это разница в весе. Да. Уже все одели? Да, да. Кто? Так вы же одели мне. Нет, я только прибежала. А, так значит, коллега ваша, да. Спутал. Здравствуйте. Так, все сам был, ничего, да, все нормально? Да, все хорошо. Так, колготки мы правильно одели? Ну, я трусы снизу, это те же. Угу. Вот они съезжают, штуку. Нет? Ну, так, слегка. Ну, ничего, так подтяну. И все. А что-то оно опять съезжает. Да? Ну, я перед выходом на сцену подтяну, я думаю, что не спадут пока. А, ты же помнишь, как? Где шапочка? Шапка там, я одену, я приду к вам. Помнишь, как? Да. Да, спасибо большое. Это костюмерша. Костюмерша, костюмер, наверное, правильно. Костюмерша не склоняется. Костюмерша. Гримерша, костюмерша, парикмахерша. В общем, мои хорошие, там есть видео, экстренный выпуск, как похудеть. Дело в том, что надо заметить, когда ты ложишься, когда ты встаешь, вот есть разница в весе, и надо просто не переедать. Потом есть все, что угодно, ну по чуть-чуть, но и все время взвешиваться. И ложиться меньше, чем ты ложился вчера. Все. Это главное правило. И будешь худеть. Вот Оля Финько, напишите, ВКонтакте есть Оля Финько, она уже почти 30 килограмм сбросила. Так что, Олечка, привет тебе великий, ты молодец, что ты держишься, что ты не это самое, так и надо. Потому что, ну, для того, чтобы похудеть, надо слишком расстроиться от того, что ты там, ты толстый или ты толстая. Ну, я считаю, что вообще, это по большому счету ерунда, лишь бы это не касалось здоровья. То есть, кто полный, кто не полный, там, это вообще личное дело. И есть эти вот, изображали художники всегда пышных женщин. Поэтому... на каждый товар свой купить. Поэтому, мои хорошие, не берите дурного в голову, лишь бы быть счастливым. Все. Если, конечно, мешает, можно это не проблема. Сбросить это не проблема абсолютно. И не надо забивать голову, что это диета, ой, все, я не буду есть, я буду. Организм тогда будешь дышать, и оно в жир. На воду посмотрел, она в жир тебе пошла. Ты даже ее в рот не засунула, а уже она в жиру. Поэтому не надо себе забивать голову диетой, а просто взвешиваться и чуть-чуть меньше есть. И все. По чуть-чуть, меньше. Желудок вот так стянется. И буду наедаться. Все, мои хорошие, мои любимые, иду, надо одевать тапки. Вот такие тапки. Ой, уже скоро начало, через 15 минут. Все, мои хорошие, пока. Еще раз скажу о той картине, вот эта Божья Матерь, которую мне девочка прислала. Я тоже так думав, я такую глупость сказал, что в стену вмонтирую, зашпаклюю, там что-то, ну, у меня было. Что это я уже почитал, спасибо всем, кто написал, что действительно это глупая идея, поэтому я лучше действительно натяну в рамочку или под стекло, так хорошо, чтобы пусть будет, поэтому... Спасибо огромное за комментарии. Я все читаю. Конечно, не со всеми согласен, не все мне нравится. Ну, все. Что есть, то есть. Я никогда никого не осуждаю, пытаюсь не осуждать. Я пытаюсь в человеке замечать хорошее, и если человек станет лучше, то это хорошо. Все, мои хорошие, пока. Самое страшное – это морилка. Фу. А с чего она делается, вот эта морилка? Что это? Ну что, это краска какая-то? Кирпич. О. Ну, вот это теперь с этой стороны. И прям под чуть-чуть под футболку туда. Ага. Ай, фу. Фу. Там кот поцарапал, и на заражение не будет. Так, что еще? Нет, а, что кот? Там, да. Ну, я думаю, заражение не будет. Оно же натуральное. Да. Ну, сказано, театр, что хочешь сделать тебе тут? И закрасить, и побрить, и лысым сделать, и беззубым. И Тимошенко переодеть. А вода горячая есть в театре? У нас в туалете есть, а тут надо долго спускать, не знаю. А, нет, в театре есть в туалете, да? Да, да. А в гримерке? Да. Сейчас.
Вам привет колись передавали. Хто? Не помню. На якомусь спектаклі, на Кармен чи що. Щось таке було. Так що я вам передав. Хорошо. Скажи, що передав. Кому? Вам. Привіт вам, да, тільки від кого. Не помню, якщо чесно. Ну, хорошо, вспомню. Вспомню. Да. А в мене уші торчать, да, какой? По-моему, женщина, да. Что за шапка? Я все равно это. Женщина, человек. Шапка то, что надо. Уши торчат, как у эльфа, да? Ну, у всех торчат. По-моему, другая шапка. Она на меня маленькая. Они все такие. Так это же хорошо, что маленькая. Нет. Бесформенная вообще, какая-то непонятная к чему. Так уши прикрыть, все, да, надо наперед, чтобы оно... Так оно должно быть вот так стоять, как у тебя. Да? Понимаешь, вот так. Спонтально, а не вот так. Очки, как у этого спонят. Я ж гонец. Вот. Все-таки. Гонец. Гонец. Ты гонец. Я сейчас играю, что там оно у меня. Где оно стоит? Там у меня тоже оно новый ситик. Оно жесткое. А, вот это надо назад, да. Это да, это да. Господи, чалдан. Чалдан. Нам почал дануть трусы, а ухо торчит. Может его как-то под низ засунуть тонко. Я знаю, что вот у меня же болит и тоже. И главное одно действительно торчит. А, вот так, давайте, вот же, вот, смотрите. А, оно как-то не вылазит. Не-не-не, это надо или подшить, или сейчас я найду невидимку. У меня билеты бывают невидимки. А, оно должно вот так на уши, да, сзади одеваться. Да. Ай, блин, давайте я уже не успею, наверное. В общем, вот так выйду, оно нормально. Вот так, да, нет, нормально, нормально. Хай одне буде відкрите, да. Нормально. Та ладно, там поправлено. Там держи, ви... там... Все хорошо, спасибо. Ну, не переживай. Не надо, ні, я штани. Я колготки підтяну, вийду, нормально. З колготками. Привет, Ден. Ты здесь? И пьяча дирло. Леша, привет тебе. Здрасте. Здрасте. Ты сегодня поешь Рамфиса, да? Ты. А кто Рамфис? Это верховный жрец, да? Угу. Вот так и жру. Верховный жрец. Целый колготки день. Спадают. Ухо торчит, да, Глянь? Колготки спадают, да. Не знаю, как на луне, блин. Это самое меньшее в твоем... Что? Придуренном образе. Самое меньшее. Самое меньшее в форме. А ладно, нормально. Ладно, а что ты будешь? Чайку? Да, Леша, у меня сейчас начали. Ты же начали, ты тоже? Ты передо мной? А, ну тогда заваривай, давай, давай. Сейчас, подожди. Сколько времени? Так, вот это мы смотрим, когда зрители заходят в зал. Вот это вот, режь такая будка с нотами, с клавиром, и там кулисы. В общем, вот это вот так вот. Мы смотрим, сколько людей приходит, люди заходят, заходят. А ну дай я попробую. Вот такая опись, да, принял. Да. Буду на всякий случай, мне тут шпора. Так выходишь, знаешь, так, я упал. Что, уже открывают или что? А, увертюра еще? Открылась? Слышишь, же правда, идешь так, гонец, упал на колени, и покатился в яму. Вот Леша. Первый выход. Ирмесад
Чистый век собака. Все, пока. Тоже борюсь с комплексами, а что делать? Комплексов у каждого много, но приходится бороться. И с голым торсом тоже. Ну а что тут такого, господи? Не страшно. Все, мои хорошие, пока.